Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 по прозвищу «Чайка». Патрульная летающая лодка, способная приземляться на береговые аэродромы. Разработан в 1960 году Центральным конструкторским бюро морских самолетов, которым руководил Георгий Бериев. Широко применялся в морской авиации СССР как патрульный и противолодочный самолет. На амфибии неоднократно устанавливались мировые рекорды, в том числе по дальности полета, по высоте, по скорости. Бе-12 – это свободно несущий двухмоторный моноплан с высокорасположенным крылом типа «Чайка». Фюзеляж выполнен как двухрядная лодка глиссирующего типа, вертикальное оперение двухкилевое. Экипаж – 4 человека, командир, его помощник, штурман и радист. Максимальная взлетная масса – 36 тонн. Двигатели – 2 турбовинтовых АИ-20Д производства Запорожского завода мощностью по 5180 лошадиных сил. Максимальная скорость 550 км в час, крейсерская 320 км в час, практический потолок 12 км, практическая дальность полета 3300 км. Мореходность как летающей лодки до 3 баллов. Боевая нагрузка 1,5 тонны в перегруз 3 тонны. Первый полет на Бе-12 экипаж летчика-испытателя Петра Бобро выполнил 18 октября 1960 года, взлетев с заводского грунтового аэродрома. Изначально техзаданием самолету был определен двигатель НК-4 конструктора Николая Кузнецова. Одновременно на конкурсной основе рассматривался и вариант использования запорожского двигателя АИ-20 Александра Ивченко. Мало отличающиеся по мощности двигатели имели одну существенную особенность. Для их запуска требовалось большое количество электроэнергии, обеспечить которое от бортовых аккумуляторных батарей не представлялось возможным. Запуск же только от наземных источников энергии лишал самолет-амфибию автономной эксплуатации в открытом море. Дело требовало применения вспомогательной силовой установки. Однако такого агрегата необходимой мощности в 60-х не существовало. Тогда в Запорожском опытно-конструкторском бюро Ивченко оперативно создали для Бе-12 турбогенераторную вспомогательную силовую установку АИ-8. К этому времени в сравнительных испытаниях двух двигателей запорожский АИ-20 показал большую надежность, и для знаменитой впоследствии «Чайки» выбрали именно запорожский мотор, который изготавливался на украинском заводе, ныне известном как «Мотор Сич». Начало изучения самолета летчиками относится к сентябрю 1964 года, когда группа летчиков и инженерно-технического состава морской авиации СССР самолетом была доставлена в Запорожье для изучения авиационного двигателя АИ-20Д на заводе номер 478, расположенном в старой части города. Появление военных в необычной для нашего города флотской форме вызвало вполне объяснимое любопытство и неминуемые расспросы. Милиционеры на улицах, по-видимому, решив, что имеют дело со своими, отдавали офицерам честь. На изучение двигателя АИ-20Д программой отводилось 100 часов, которые завершились с успехом для гостей города. Бе-12 способствовали повышению эффективности противолодочной обороны флотов, однако заказанный военно-морскими силами самолет все же не обладал большой мореходностью. Исследования динамики взлета самолета Бе-12 с воды показали, что при высоте волны порядка метра корпус лодки испытывает перегрузки в 3-4 и более раз превосходящие перегрузки, сопутствующие взлету самолета с аэродрома. Ему для посадки на воду нужен был штиль, что далеко не всегда возможно в открытом море. «Чайка» остается в памяти многотрудным самолетом, требовавшим значительных затрат времени на его подготовку к полету и послеполетное обслуживание, особенно когда выполнялись полеты с воды. Он не давал расслабляться экипажу в полете, требовал внимания и постоянной готовности принять решение в случае нештатной ситуации. Но это в то же время и первый противолодочный самолет специальной постройки. За время эксплуатации данного самолета-амфибии на нем было установлено 46 мировых рекордов. Самолет-долгожитель Бе-12 и до сих пор в строю. Машин, способных и сегодня летать и выполнять задания, насчитывается около 10 штук. Эти и еще многие другие примеры свидетельствуют об уникальности двигателей, разработанных и серийно выпускаемых запорожским авиамоторным комплексом, ныне известным как «Мотор Сич».